Вот доставил я вот этот автомобиль 32 года выпуска, 1932 года. Сейчас не могу сказать, какая это марка, потом к видео добавлю название автомобиля. Коробка автомат. Ну вот я на ней прокатился. Ну вот мой трак стоит с трейлером. Прокатился. Ну что, автомобиль как будто только что с конвейера. Что тут сказать? Сами видите. Обалденный автомобиль. 32-й год. Коробка автомат. Люди ездили на таких машинах. Но у меня нет слов. Ну ладно, вот такое место шикарное. Сразу же попутно сниму. Это Аризона, штат. Город тоже сейчас не помню. Кстати, вот кактус. Город, не помню название, тоже после видео добавлю название города и марку автомобиля. Ну вот такое шикарное место. Все, спасибо, меня зовут.